называется «Амаргиз». Я хочу вам прочитать Николая Заболоцкого «Некрасивая девочка». Среди других играющих детей она напоминает лягушонка. Заправлены трусы, худая рубашонка, колечки рыжеватые кудреи рассыпаны, рот длинен, зубки кривы, черты лица остры и некрасивы. Двум мальчуганам, сверстникам ее, отцы купили по велосипеду. Сегодня мальчики, не торопясь к обеду, гоняют по двору, забывши про нее. Она ж за ними бегает по следу. Чужая радость, как своя, томит ее, и бон из сердца рвется. И девочка ликует и смеется, охваченная счастьем бытия. Ни тени зависти, ни умысла худого еще не знает это существо. И все на свете так безмерно ново, так живо все, что для других мертво. И не хочу я думать, наблюдая, что наступит день, когда она, рыдая, увидит с ужасом, что посреди подруг она всего лишь бедная дурнушка. Мне верить хочется, что сердце не игрушка. Сломать его едва ли можно вдруг. Мне верить хочется, что чистый этот пламень, что в глубине ее горит всю боль, свою один переболит и перетопит самый тяжкий камень. И пусть черты ее не хороши, и нечем ей прельстить воображение, младенческая вибрация души уже скользит в любом ее движении. А если это так, то что есть красота? И почему ее обожествляют люди? Сосуд она, в котором пустота, или огонь, мерцающий в сосуде?